Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с наступающим Днем защитника Отечества. 28 лет назад, на заре независимости, первый президент республики подписал указ о создании вооруженных сил страны. Сильная и боеспособная армия – один из важнейших атрибутов суверенного государства, отметил Ельбаса. Он подчеркнул, люди в военной форме достойно выполняют все поставленные перед ними задачи в мирное время. Сегодня многие из них находятся на передовой борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. В завершение Нурсултан Назарбаев пожелал всем крепкого здоровья, сил и благополучия.